День Победы особенный праздник для миллионов жителей нашей страны и всего мира. 9 мая широко отмечается во всех уголках России от Калининграда до Владивостока. В праздник со слезами на глазах принято отдавать Дань памяти тем, кто сражался за мир. Но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции все массовые мероприятия будут отменены или пройдут в ином формате. Так, вместо парада Победы на Красной площади в десятках городов страны состоится авиапарат. Акция ⁇ Бессмертный полк ⁇ пройдет в онлайн-режиме. По центральным каналам покажут портреты участников Великой Отечественной войны. Также пройдут онлайн-концерты, на которых артисты исполнят песни военных лет. Во всех поселениях Северского района будет работать фронтовая бригада. Коллективы артистов и волонтеры поздравят ветеранов праздничным концертом и вручат им поздравительные письма. Каждый желающий сможет присоединиться к акциям ⁇ Окна Победы ⁇ оформив окна своих домов и квартир рисунками и символикой, связанной с праздником, и фонарики Победы. Для этого вечером 9 мая нужно выключить свет в своих домах и подсветить окна свечой, фонариком или экраном телефона. По решению правительства традиционный парад Победы и акция ⁇ Бессмертный полк ⁇ в этом году обязательно пройдут, но перенесутся на более позднюю дату.